По шоссе энтузиастов в Москве движение троллейбусов и трамваев приостановлено, сообщили в департаменте транспорта столицы. Причиной стала авария, обрушение грунта при проведении дорожных работ. На участке от шоссе энтузиастов, дом 40 до улицы Новогиреевская сейчас обесточен район улично-дорожной сети. Чтобы обеспечить на линии перевозку пассажиров, был запущен дополнительный рейс, автобус номер 31. В данный момент на месте происшествия работают аварийные бригады. Предпринимаются все меры для скорейшего восстановления движения.